В Люберцах продолжается 53-я спартакиада «Олимпионик 2018» среди школьников. На днях во всех образовательных учреждениях округа стартовали отборочные игры по волейболу. На этот раз за выход в финал сразились юные спортсменки лицея номер 4, школы номер 2 и 43-й гимназии. Сегодня команде 4-го лицея пришлось нелегко. Играть в стенах другой школы – сложная задача. Волновались не только девочки-спортсменки, но и тренер. Еще бы, состав команды сформировался только в начале учебного года. У нас богатые волейбольные традиции. В школе у нас все учителя – волейболисты. Мы на уроках все время играем, все время отрабатываем какие-то связки, новые комбинации. В первой игре спортсменки 4-го лицея сразились с волейболистками из 2-й школы, которые оказались сильнейшими во всем отборочном этапе. В обеих играх девочки одержали победу. Теперь именно им предстоит сразиться в финале с тремя сильнейшими командами городского округа. Ее конек – отдавать пас. Сплоченную команду 2-й школы возглавляет Дарья Тюхина. 4 года по 4 часа в день она посвящает именно этому виду спорта. Волейбол закаляет характер и силу воли, признается школьница. Если даже что-то случилось, вывихнула палец, не дай бог, коленка там болит, упала. Всегда нельзя расстраиваться, всегда нужно идти вперед и все. Я считаю, лучше не курить по подворотням, просто вот прийти лучше сюда, отзаниматься, подержать в руках мяч и словить от этого кайф. Отборочный этап по волейболу прошел в рамках 53-й спартакиады «Олимпионик 2018». Она проходит в течение учебного года на базе всех люберецких школ. Охватывает разнообразные виды спорта. Легкая атлетика, волейбол, баскетбол, президентские состязания, президентские спортивные игры, лыжные гонки, кросс, троеборье, настольный теннис. Соревнований очень много. Так что впереди у люберецких школьников насыщенная спортивная программа, за которой будут следить Анна Троян, Александр Богданов и телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.